общем, вы поняли. Всех с добрым утром. Я на работе. Какая у меня работа замечательная, правда? Да нет, до работы еще 100 метров. Это я так, Чарли выгуливаю. А вот теперь уже иду на работу. У меня произошло ЧП, друзья. Это трындец капец какой-то вообще. В общем, позвонила мне, ну, клиентка, говорит, сейчас приду. Вот. Я пошла зажигать обогреватель. Такой вот у меня газовый обогреватель есть. И он не зажигается. То есть наполовину зажигается, наполовину не зажигается. Звонит вторая клиентка, тут живет рядом. Оксан, сейчас приду. А, до этого я говорю, ладно, приходи. Ну, вот тоже пошла. Говорю, сейчас зажгу обогреватель газовый, чтобы все пришли оприходовать их. И быстрее звоню ей, этой клиентке здесь, которая живет. Говорю, слушай, говорю, у меня не зажигается обогреватель. Ну, и позвонила мужу, естественно. Говорю, сказала, что почем. Он говорит, сейчас не могу, попозже. Вот. Ну, и все равно бы я не успела, пока бы доехал, пока что, пока туда-сюда. В общем, звоню клиентке, говорю, вот такая у меня такие дела. Не зажигается. Она такая, ой, блин, а я уже, как говорится, настроилась. Слушай, говорит, а давай ты ко мне приходи. Я живу здесь рядом, прям за углом живет. Вот. И ты мне дома все и сделаешь. Я такая подумаю, говорю, а какой смысл мне здесь сидеть? Говорю, да давай. В общем, я пошла к ней. Нанесла ей сейчас краску. Сейчас она будет там дома полчаса сидеть. Она такая радостная. Ой, говорит, как здорово. Я, говорит, так не люблю парикмахерские из-за того, что вот сидеть надо, ждать полчаса вот эту вот покраску. А я сейчас, говорит, полы помою. В общем, она радостная до невозможности. Вот. А я говорю, через полчаса приду. Она говорит, ты меня подстрижешь, уложишь. Я говорю, да, сейчас приду, через полчаса принесу ножницы, фен, все дела. И она там радостная. Вторая живет далеко, а то бы я и тоже к ней ходила. Что здесь все равно сидеть, потому что смысла нет, даже если кто-то придет, голову-то не вымыть. Но вот муж должен отремонтировать, куда он денется. Так вот, представляете, такое ЧП. Половина вот как бы зажигается, а потом не зажигается. Что за фигня? Ну ладно, придется сегодня после обеда там или когда сможет приехать и сделать. Как всегда на своем месте. Вот так. Сейчас увидела родственницу довольная, да. Невозможности. Я тоже, ей же родственницы, как нанесла милирование, и она тоже домой пошла. Она сама парикмахерша. И она дома уже там себе укладывает, моет. А я ее и подстригла, ну, сухую, представляете? Она говорит, стриги прям так. Мне говорит, у нее весь волос жженый. Я сейчас такая тоже довольная. Смотри, смотри, как у меня вышло. Я говорю, ну, молодец, красота. Вот так вот, представляете? Ну, ладно, хоть это, хоть так вообще. Жесть, конечно, когда что-то ломается на работе. Главное, чтобы починилось. Я закончила работу. Вот. Муж сейчас сообщил, сказал, что уже купил какую-то там деталь. Вот. И чтобы я его подождала, приедет делать обогреватель. Ну ладно. Хорошо, хоть это, день все равно впустую не прошел, знаете. Довольна осталась клиентка. И я довольна. Так что пойду ждать. Даже если кто-то придет. Не знаю, если только мужчину подстричь. А так, всем надо голову мыть. Заодно он приедет, муж, мы этот отвезем. Шкаф пластмассовый у меня есть же. Давным-давно еще хворила. Кстати, тепло на улице. Я обманула клиентку. Он говорит, как на улице. Я говорю, так прохладненько. На улице тепло, хорошо. Она тоже мерзлячка, как и я. А вот так Чарли меня ждет. Видите? Мы там хорошо. Да? Мама ждет? Вот этот шкаф мне здесь не нужен. Я его отопру домой, на крышу дома моего, заделаю, и будет там, будем хранить разные штуки. Тут скотчем заклеила, чтобы он не открывались двери. Сейчас запихаю мужу в квартиру.
Да, Чарли, в машину и отвезем. Боже, мы с этим обогревателем 3 часа долдонились. Муж купил какую-то там запчасть. Все сделали, а запчасть, видимо, не та, что-то еще условно. В общем, мы их... Его, он повез туда к себе на работу, чтобы его доделать. Выехал раньше меня, но я приехала раньше, потому что он по одной дороге ехал. Мой аутфит сегодня. Он по одной дороге ехал, а я по другой. И я приехала раньше. А еще у нас очень похолодало. Очень сильный ветер поднялся. А у меня-то я дома открыла балкон. Наверное, все летает вообще. Я говорю, мне до завтра надо его сделать. Не, нормально, еще не все летает. Я говорю, мне до завтра надо сделать обогреватель. Смотрите, какая ветрога вообще. Ветрога нищие летает. А то знаете, муж всегда, та дорога быстрее, та дорога быстрее. Я говорю, нифига она не быстрее. Да, быстрее. Вот теперь... Доказано, что не быстрее. Вот только подъехал. Да, мое счастье. Давай сейчас тебе вкусняшку дам. Набухло все мое тут. А то скоро прорастет. Чай тут навела себе. Сейчас хочу суп поставить варить. Потому что потом мне будет некогда. Так, а как мне это сделать? Так, перчик, морковочка. Что еще туда положить? Перчик, морковочка. Ну, лучок, это понятно. Мой любимый сельдерейчик у меня еще тут есть. Так что сейчас мы тут забацаем такой супец. После обеда мы просто собираемся кофе попить. У Тани какие-то дела смотрели у нас. И она приедет, говорит, пойдем кофе пить. Я говорю, пойдем, мне все равно надо сходить к этому, ну, что-то какой-то перец, к бухгалтеру зайти, а он же работает. С 7 до 9 вечера, так что мы пойдем, встретимся. Такой будет, знаете, суп овощно-бобовый. У меня еще вот есть 2 такие косточки от хамона. Вот. Должно получиться вкусно. Нормально, по крайней мере, получится. Сделаю, знаете, такую небольшую... Кстати, я сейчас прямо ее в микроволновке... Ой, в микроволновке, говорю. В этой и сделаю. А-ля зажарочку. Вот. В мультиварке. Жду, не дождусь нового агрегата своего, который я приобрету в субботу. Вот. Я люблю всякие, знаете, вот эти гаджеты кухонные. Вообще, это такой кайф, что всего, ну, всего до всего есть. И можно всем этим пользоваться быстро. Так. Это очень удобно, практично. И классно. Чай с ягодами. Поэтому, знаете, это как это, и поел, и попил. Все дела. Так, надо мужа гнать из дома, чтобы он мне делал этот обогреватель-то. Хорошо, знаете, он мне не сломался в субботу. Правда же ведь? А то вы прикиньте, в субботу сломался бы, и все, и трындец. А у меня самая работа в субботу.
ужас. В среду это вообще идеальный вариант поломок. Как раз даже если бы, если какая-то деталь понадобится, там, не знаю, завтра у меня, я же с утра иду тоже на дом укладывать бабушку одну. Поэтому удобно. А вот в пятницу уже нет. Уже ко мне придут. Тут кровь из носа надо, чтобы он не был. Хотя бы не очень хочется новый покупать, знаете. Ну, блин, посмотрим. Должен отремонтировать. Ладно, пошла я. Буду я суп готовить. А то уже не за горами, скоро пойдем кофе пить, кофе. У нас такой ветрован, такой холод. Я уезжала, было 23 градуса на работу. Приехала с работы, утром я уезжала, приехала с работы 20, представляете? То есть не повысилась температура, а понизилась. Зима, холода, одинокие дома, моря, города. Все как будто изо льда, но... Дальше не помню, как обычно. Иду с девчонками встречаться. В общем, что-то сидела, сейчас смотрела. И знаете, хотела... Не помню, сколько лет Чарли. И лучше бы я не помнила. Я сейчас посмотрела. Ему в декабре будет уже 7 лет. Он у меня уже такой старенький становится. Вообще 7 лет. Для собаки это уже возраст. Так быстро время летит вообще. Но с другой стороны такая, думаю, мелкие собаки живут долго. Поэтому... Еще ему столько же жить. Ну, блин, да. Мои года, мои богатства. Пошла я, знаете. Сначала по магазинам пошатаюсь, а потом через полчасика встретимся. Там чайку, кофейку попьем. А потом пойду к бухгалтеру. Нужно забрать бумажки. В общем, такие планы. Очки я, как всегда, не взяла. Думала, что солнца уже нет. Не угадала. Пошататься не удалось. Танюшка позвонила, сказала, что уже она освободилась. Поэтому мы идем. Мы идем. Я к себе на «вы». Иду, в общем, встречаться с ней. Что-то не пойму на улице. То ли потеплело, то ли что. В общем, не поймешь, что одевать. Сейчас такое время. Так. Видите, эта улица такая навсегда. Очередь в тревелюшке. Ветер, что ли, сменился? Какой-то теплый ветер идет. Я хотела в «Мангу» зайти. Там такая, какой-то костюм такой. Качество хотела пощупать. Ну, наверное, может, сейчас зайду пощупаю. Фиг его знает. Все люди ходят, покупают, меряют. Булвери. Сейчас кофейку без кофеинового тяпну. И будет мне счастье. Такой будет у меня ужин. Я сейчас у «Манго», но что-то я такого этого костюма не вижу. Где в этом в онлайн есть, а здесь что-то нету. Музыка так орёт. Это не нравится, что музыка орёт. Нету. У нас эта улица раньше была проезжая часть, а теперь, ну, с этим, чтобы типа все гуляли и никому друг другу не мешали, сделали не проезжие. Стройки здесь какие-то идут. Вы знаете, у нас в городе очень много разного строительства. Новости слушаешь, что типа денег нет ни у кого. Ни у государства, ни у кого. Выходишь на улицу, совершенно... Другая ситуация. Блин, магазины включили кондёр жаркий. И прямо из них такая жара дует. Потому что, смотрите, у нас город, везде строят, все украшают, все разделывают. Люди везде ходят, видите, с пакетами. Все покупают. Включишь телевизор, там все. Труба. В общем, денег ни у кого нету. Вот-то кому верить. Наверное, своим глазам. А помните, здесь кафешка была? Что-то ее совсем прикрыли, что ли? Или, может быть, она сегодня на это выходная? Не знаю. По улицам вашего города. Вот у нас центральная часть.
Где? Ой, блин, я вот такие тапки хотела. Вот. Надо мне зайти. А, сколько? Ни хрена себе, 23 евро стоит. Ну, я не дурак, я знаю, что хотеть. Вот, как вяленые, видите? Как они, как валенки. Надо денег копить на тапки. Надо денег копить на тапки, друзья. Ой, они там, смотрите, вон какие красивые. 23 евро, видите? Разные. Все. На этой неделе пусть муж потратит на прибор. А на следующую неделю, скажу, пусть на тапки мне дают. А как? Что, своих, что ли, платить? Из честно заработанных не хочется. Так. А вот тут все еще есть по десятке. Обувь. Смотрите. Надо Таньке сказать. Может быть, ей что-то надо. А двое за это. Вот сейчас я ей позвоню, скажу. Она где-то там должна быть. Ты где-то там загорись. Видите, раньше сюда машины вот так могли поворачивать, а сейчас вот сюда пальму поставили. Слушайте, на улице действительно тепло. За горизонтом. Ты где-то там, выше золотых оков. Ты где-то там. Так, ну она где-то здесь должна быть. Вы ее видите? Если вы ее видите, вы мне моргните. А, вот же она. Сама нашла. Спасибо, не надо мне моргать. С Катей приехала. Девушка, можно с вами познакомиться? Да. Скажи привет всем. Good morning. Слушай, там по 10 рублей обувь тебе не нужна? Нет. В стране кризис. Да, ага, глянь, ты только сейчас об этом говорила. Какой кризис? Где кризис? О, все там, сидят. Бежала, быстро. Ты где была? А я уже почти была, уже вышла. Пошла эти куртки. Смотрите, у Кати какое вкусное пирожное. Одно для меня, одно для Кати. Секрет, да, Кать? Хороший крем. Ой, смотри, она потому что знает, что мне нельзя. Поэтому говорит. Морозилка. А вкусная? Перед тем как. Ну, кушай. Я вас потеряла. А вы меня стояли вон как стали. Я вас поставила, так и стоите. В общем, смотрите, какой у меня суп получился. Это вообще что-то с чем-то. Очень вкусно. Я сюда шпинат добавила. Вот, лаврушечку. Лаврушечку, когда готовится, надо ее потом вытаскивать, потому что она дает... Блин, куда она упала? Горечь. Какие-то щипцы вот эти недоразвитые, блин. Вообще не найду себе нормальные щипцы, которые бы мне понравились. Эти какие-то не очень. В общем, пахнет вы нереально. На одних костях лохомонных. Представляете? На улице у нас сейчас тепло, вот тебе не поймешь. Вот от ветра все зависит. Куда повернет, там и оттуда и тепло приходит. Так, все достаю оттуда и потом остынет в холодильник. Горячий, зараза. Что-то у нас там делают, ворочают. В общем, достаю и пускай остывает. Все, я вышла из душа, чистая и опрятная. Включилась только ради того, чтобы с вами попрощаться. Делаю себе чай на ночь. Ну, как на ночь у нас? 9 часов с ложечкой меда. Вот. Такой вот имбирный с лимоном для иммунитета. Вы тоже не болеете. Всего самого лучшего. Всем пока-пока!